как класс просто отсутствует, поэтому народ ездит, как вот ему удобнее. Нет, нет, это не Нацера, это Кфар-Кана. Это деревня Кфар-Кана или Кана-Галилейская. Назарет у нас сзади там остался, наверху. Кто поедет, вот только меня сейчас спрашивал про поводу Назарета. Назарет там наверху. Мы не были с вами сегодня в Назарете. Ну, у нас сейчас пик туристического сезона, поэтому часто очень пробки из туристических автобусов. И людей всегда очень-очень много везде. Но будем надеяться, что в Сфате к концу дня, когда мы туда приедем, уже будет поменьше людей. Но здесь вот, конечно, масса поломок. Вопрос от меня сейчас по поводу кофе задали, как его варить правильно. Смотрите, кофе, который вы купили, молотый кофе, это не для кофемашины, это именно для турочки, только в турке варить. Ну, гурманы покупают кофе в зернах, сами делают помол. И вот те, кто покупает кофе в зернах, часто очень добавляют туда кардамон. Смотрите, пропорция разная, все. Кто-то кладет больше кардамона, кто-то меньше кардамона. Я вам могу сказать, вот как я, допустим, делаю, вот кофемолка маленькая такая, туда я кладу 4 ложки зернышек кофе и где-то 10 маленьких стручочков, 8-10 кардамона. Вот такая пропорция. Мне нравится, когда